Отец ваш Небесный, аще ли не отпущаете человекам согрешения их, не Отец ваш отпустит вам согрешений ваших, их даже поститеся не будете, яко же лицемери, сетующие, помрачает бурица своя, яко да явятся человеком постящимся. Аминь, глаголю вам, яко восприемлен мзду свою. Ты же постяся, помажи главу твою и лице твое умый, яко да не явишися человеком постяся, но отцу твоему и же в тайне, и отец твой, видя в тайне, воздаст тебе яве. Не скрывайте себе сокровищ на земли, иде же червь и тля тлит, и иде же татья подкапывают и крадут. Скрывайте же себе сокровища на небеси, иде же не червь, не тля тлит, иде же татья не подкапывают, не крадут. Иде же мое сокровище ваше, то будет и сердце ваше. Помышления наши горцем.